Российская фигуристка Ирина Слуцкая не любит делиться подробностями личной жизни. Она почти не появлялась на публике с первым супругом, спортивным тренером Сергеем Михеевым, хотя прожила с ним в браке 17 лет. После расставания чемпионка Европы уже хотела ставить на себе крест и посвятить жизнь детям, но неожиданно сошлась с Алексеем Говыриным, который впоследствии стал ее супругом. С бизнесменом она познакомилась еще в середине 2010-х, но не воспринимала его как мужчину. Вместе они работали над разными проектами и изредка общались. В какой-то момент он начал писать мне сообщения. Затем мы встретились в Москве, но у меня не было никаких мыслей. Я хотела обсудить дело, вспоминает звезда. Новый муж Слуцкой впервые появился на публике фото. Кадры с программы постепенно Говырин стал проявлять интерес к фигуристке и окружил ее заботой. По словам Слуцкой, после развода ей не хватало сильного мужского плеча рядом, поэтому она сама научилась забивать гвозди, менять шины, продувать фильтр в доме. С появлением Алексея эти заботы ушли на второй план. «Я полностью уверена в завтрашнем дне», признается спортсменка. Ирина вспоминает, что когда ее маме стало плохо, то бизнесмен сделал все возможные, чтобы помочь ей, и нашел лучших врачей. Такое отношение подкупило звезду, которая взглянула на него другими глазами и осознала, что постепенно начала влюбляться. 14 февраля он сделал мне предложение, а я ему ответила: «Здорово, так классно, но давай попозже». В течение нескольких месяцев каждый день Леша говорил мне: «Давай поженимся», и я сдалась, вспоминает звезда. Предложение Говырин сделал 14 февраля. Фото Инстаграм. Сидя на даче, она сказала: «Давай поженимся в понедельник». Несмотря на то, что в этот день ЗАГСы не работают, Алексей сделал все, чтобы осуществить желание любимой. Свадьба была скромной, даже родители не успели оповестить. Сейчас молодые живут на два города, в рабочие дни в загородном доме Слуцкой в Подмосковье, а на выходные уезжают во Владимир к Говырину. У Алексея есть двое детей от первого брака, которые прекрасно ладят с детьми Ирины, Варварой и Артемом. Спортсменка шутит, что у них нет брачного контракта, хотя оба являются людьми обеспеченными. Она владеет коттеджем, квартирой и машиной. В собственности бизнесмена таунхаус, просторная квартира и элитный автомобиль. Сам Алексей в программе «Секрет на миллион» признался, что каждый день с Ириной приносит ему счастье. Жена не только яркая женщина, но и интересный собеседник. Кроме того, она вкусно готовит. Я поражаюсь ее умению сделать шикарные блюда из ничего, заметил Говырин. Класс пост 625 807 подписчиков.